В регионе выявлены очередные факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. За денежное вознаграждение жители Иловлинского, Среднеохтубинского и Городищенского районов в своих домах зарегистрировали мигрантов из Узбекистана. Фактически иностранцы проживали в других местах. Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы, а мигранты сняты с учета и обязаны покинуть Российскую Федерацию. В Волгограде полицейские проводят проверку по факту стрельбы из автомобиля. В дежурную часть обратился водитель и сообщил, что увидел, как неизвестный мужчина на перекрестке в Ворошиловском районе высунул руку из машины и произвел выстрел из пистолета. В результате введенного плана перехват полицейские задержали нарушителя. Оказалось, что в этот день он забирал из роддома супругу и ребенка и таким образом решил отметить это событие. Сейчас по данному факту проводится проверка, задержанному грозит ответственность вплоть до уголовной. В Волжском полицейские выявили наркопритон. Местный житель за денежное вознаграждение предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для изготовления и потребления опия. В ходе обыска в квартире изъяты шприцы, емкости и наркотическое средство. За содержание притона мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Уважаемые граждане, напоминаем, что в региональном главке МВД работает телефон доверия. Позвонив по номеру 30 44 44, вы можете сообщить об известных вам фактах незаконного оборота наркотиков.